«Цветок сатане» и «Маленькая княжна». Это название украшений для адыгского женского национального костюма. Сегодня старинной техникой филиграни владеют немногие мастера. Нальчанин Мухаммед Соснаков – один из тех, кто знает, как из меди рождается искусство. О филигранном таланте Елена Кушхова. Это медные веревки, которые прокатал через волцовку. И вот простая проволока превращу в узор. Главная асимметричность – в этом красота филиграни. Такой формуле Мухаммед Соснаков следует неукоснительно. Вообще-то в этой технике, как правило, используют чистое золото или высокопробное серебро, что очень дорого, особенно если изделия объемные, признается молодой художник. Потому мастер пока обходится посеребрением меди. Орнамент придумывает сам, при этом тяготеет к черкесским мотивам. Каждая работа Мухаммеда имеет свою историю. Цветок сатаней, к примеру, появился после прочтения старинной черкесской легенды. В итоге художник создал целый комплект, в который вошел еще и пояс. По одной проволоке надо все поставить на месте, чтобы и общая картина была красивая, и в конце концов все вышло очень, ну, хороший, красивый пояс. Филигранью Мухаммед начал увлекаться еще в Сирии. У брата был цех, но всерьез этим делом занялся только в Нальчике, куда приехал на учебу. Возможность свободно творить и стала одной из причин, по которой он остался здесь жить. Маленькая комната превратилась в мастерскую, где на полке теснятся книги об искусстве филиграни, и предметы быта располагаются рядом с рабочими столами. Уже сформулировано и творческое кредо. Я не хочу повторить те работы, которые бы 100 лет или 200 лет назад. Хочу делать что-то новое, чтобы в период вспомнили мою работу. И, ну, осталось как, ну, как ценность народа. Родственники не ожидали, что я могу этим заниматься. Для них я гармонист, смеется Мухаммед. Именно этим студентка БГСХ зарабатывал в годы учебы. Сегодня же музыка для юного черкеса – хобби. Елена Кушхова, Зарина Уначева, Марат Атрука, Вести, Кабардино-Балкария.